Это у нас, вот, можешь писать, она уже готова. Зарядка ее, на зарядке я портик нормальный перепаял, потому что кто-то сюда втулил 4-пиновый, понял, вот, вот такой здоровый. Дальше, ну, здесь стандартная проблема, тут рядышком плюс, вот здесь, так как здесь, видишь, тут рядышком B8 и B-, и здесь плюс. И B7 в первой рядышком. Вот оно и коротнуло. Это им повезло, то что оно не загорелось, собственно. Вот, видишь, как оно горело. Короче, ну, корпус хлам. Его в мусорку выбросить. Тут новый корпус, новая БМС-ка. Ячейки уже собраны, отбалансированы. Я их проверил, все отлично. Тут портик на 3 пина и тут на 3 пина. Вот. Все заряжается, все работает. Так, это не то. Давай покажу, что работает, что заряд будет идти. Потом мне говорили, что это не работает, еще в чем-то проблема. Так. Вот, смотри. Так. Чик. Вот, заряд пошел. Зеленый. Все. Сейчас я его соберу тут. Буквально плюс-минус припаять и все, и можно отдавать.